до Всесвітнього дня боротьби з поліоміелітом в університетській клініці Харківського національного медичного університету ХНМУ пройшла науково-практична конференція «Теорія і практика імунізації». Основні питання конференції – теорія імунізації, організація проведення профілактичних щеплень, профілактика ускладнень, особливості імунізації в дитячому віці. Ну, ера современной вакцинопрофилактики началась 14 мая 1796 года. Вы это прекрасно знаете, когда Эдвард Дженнер привил против оспы мальчика, а затем показал его невосприимчивость к этой инфекции. И это было еще до того, когда были открыты микроорганизмы. То есть это гениальность этого открытия мы чувствуем на сегодняшний день и сейчас. Екстраімунопрофілактика правця і сказу. Що потрібно знати? На чому базується імунопрофілактика? Це ключова схема, яка показує кінетику вторинного імунного відповіду. Проведена імунопрофілактика, як приклад. Не втора інфекція, а заболівання. Да? Встретився повторно цей макроорганізм з тим же патогеном. Суть в тому, що, якщо ви обратили увагу, то якраз намного більш високий уровень антител, такова кінетика імунного відповіду, на более высокий уровень антител и скорость нарастания иммунного ответа значительно выше, чем первичная иммунизация. Вот это суть иммунопрофилактики. Однією з гострих проблем як в Україні, так і у світі є туберкульоз. Ми скоро, мабуть, все-таки получимо новий протокол, де будемо активно вже боротися з самим тяжелим бременем України – це мультирезистентний туберкульоз. Заболіваємость серед дітей росте. Вона в 17-му році вже в Харківській області 10,3 на 100 тисяч, а по Україні 9,3. Це значить, говорить о том, що якщо ми маємо по статистиці зниження заболіваємості серед взрослих, а рост серед дітей, значит, это не выявление больных. И смотрите, что у нас происходит сейчас с заболеваемостью среди подростков 15-17 лет. Очень выросла заболеваемость в Харьковской области. И за год у нас повышение заболеваемости на 60%. Вакцинація дітей і підлітків – позиція доказової медицини. Які і коли потрібно робити щеплення та які зміни відбулись у профілактичному календарі, розповіла кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики педіатрії номер 1 ХНМУ та координатор програми «Агенти змін». В Україні обов'язкова вакцинація, здесь вже говорили, вона включає 10 інфекційних захворювань. І от ті змінення, які прийшли нам, они минимальны, по большому счету. Первое, это то, что вторая доза гепатита В, которая вводилась детям в один месяц, должна была вводиться, она перенесена на второй месяц. И второе, это то, что в 7 лет убрали ревакцинацию от туберкулеза. Если у нас малыш был вакцинирован при рождении, то следующая доза гепатита В ему проводится, следующая доза вакцинации проводится в возрасте 2 месяца. Дальше у нас с вами есть несколько схем. Мы можем вакцинировать его в 0, в 2, в 6. Если мы ему сделали в 0, в 2 и в 6, то есть большой смысл в полтора года при ревакцинации от коклюша, дифтерии, столбняка тоже ввести ему гепатит В. И он получит 4 дозы, а не 3. Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша. Сюда же, в общем-то, относится и вакцинация от гемофильной инфекции. Почему вместе? Потому что в основном они все представлены в виде комбинированных вакцин. Вводит первая доза АКДС у нас вводится в 2 месяца, потом следующая вводится в 4 месяца, следующая вводится в 6 месяцев, и ревакцинация у нас идет в 1,5 года. Далее у нас с вами будет доза, последняя доза у нас против коклюша идет в 6 лет. После этого в 16 лет только дифтерию столбняк дети получают. А вот после этого мы с вами вместе должны каждые 10 лет получать ревакцинацию против дифтерии столбняка. Если ее не было, то надо, значит, ее сделать, даже если вам 120. Добрі справи примножуються. Долучайся!